Exercise 3, page 110. Listen and match. Look, I've found my old yearbook. Do you remember Andy? Andy? Oh, yes. He was a really good student. He got A's for everything. And look, that's Babs. Babs was so pretty, wasn't she? Yes, she's still pretty. Is that Alice? Yes. Oh, she was so shy. I know. We called her Shy Alley. Oh, yes, I remember. Look at Ronnie. Ha! He was really strong. He was always telling us how strong he was. He thought he was Tarzan. That's Joe, isn't it? He's shouting in the photo. Oh, I remember Joe. He was so loud, no one wanted to sit by him. Look, that's Polly. She was so sweet and kind. Oh, look, she's got her cat with her in the photo. She's got about 5 cats now. She was always so kind to animals, and she's got lots of other kinds of pets too, you know. Not just... Степени сравнения прилагательных. Сравнительная степень прилагательных используется, когда в одном предмете признак выражен сильнее, чем в другом. Например, эта коробка маленькая, а та меньше. В английском языке сравнительная степень образуется следующим образом. Для односложных и некоторых двусложных прилагательных используется суффикс «er». Small – smaller – маленький, меньше. Light – lighter – светлый, светлее. В словах с краткой гласной конечная согласная удваивается. Big – bigger – большой, больше. Thin – thinner – тонкий, тоньше. Если прилагательное оканчивается на y, то при добавлении суффикса er y меняется на i. Happy – happier – счастливый, более счастливый. Easy – easier – легкий, легче. Для слов, состоящих из двух и более слогов, сравнительная степень образуется с помощью слова more, которое ставится перед прилагательным. Difficult – more difficult. Трудный – более трудный. Popular – more popular. Популярный – более популярный. Превосходная степень используется, когда признак в одном из предметов выражен сильнее, чем во всех остальных. Это самая большая коробка. Английские прилагательные в превосходной степени требуют употребления определенного артикля the. Превосходная степень английских прилагательных образуется следующим образом. Для односложных и некоторых двусложных прилагательных используется суффикс est. Big – the biggest. Большой – самый большой. Small – the smallest. Маленький – самый маленький. Для слов с двумя и более слогами используется слово most, перед которым ставится определенный артикль the. Expensive – the most expensive. Дорогой – самый дорогой. Powerful – the most powerful. Мощный – самый мощный. Некоторые прилагательные образуют степени сравнения особым образом. Good – better – the best. Хороший – лучше – самый лучший.
Bad, worse, the worst. Плохой, хуже, самый плохой. Слово old, старый, образует степени сравнения двумя способами. Older, the oldest. Более старый, самый старый. Our house is older than yours. Наш дом более старый, чем ваш. Или старший. He is 5 years older than me. Он на 5 лет старше меня. А если речь идет о членах семьи, то используются формы elder, the eldest, старше, самый старший. My elder brother is a doctor. Мой старший брат – врач. Uncle Tim is the eldest in our family. Дядя Тим – самый старший в нашей семье. Exercise 5, page 111. Read and put the paragraphs in the correct order. The best day of the year by Paco. A. We bought tickets for all the scary rides. The best one was the Monster House. B. In the evening, we stayed to watch the fireworks and we left the funfair at 8 o'clock. It was a really special day. C. Later, we ate burgers and chips for dinner and the waiter gave us a free Coke. D. 1. The best day of the year was when I went to the funfair with Larry. Okay, and now you should read the whole text in the right order. I wish you to remember, хочу напомнить, that the first part is part D. Good luck!